Ну, мне кажется, что гражданство – это не та вещь, которую надо скрывать. То есть предъявить свое двойное гражданство официальным властям государства, в котором ты проживаешь, я в этом не вижу ничего зазорного, никакого ущемления прав человека. На мой взгляд, да, Россия должна знать о своих гражданах, но не все. Это не интимная тайна, да, которую человек должен как-то стыдливо прятать. Если ты гражданин одновременно там США и России, ну заяви об этом гордо, да, я вот такой, и что тут?